Мы продолжаем свою работу на выставке ProDexpo 2022. Третий день, среда. Здравствуйте, давайте с вами знакомиться. Добрый день. Меня зовут Светлана, я представляю компанию NewBio. Расскажите, чем занимается ваша компания? Компания NewBio – это новый современный высокотехнологичный производственный комплекс по глубокой переработке зерна кукурузы и производству различных видов продуктов, которые являются сырьем и компонентами при производстве пищевых продуктов, а также в технических отраслях. Наша компания перерабатывает зерно кукурузы и производит кукурузный крахмал и также сахаристые крахмалопродукты. Это глюкозные сиропы и мальтодекстрины. Звучит очень вкусно. Подскажите, пожалуйста, что это, где это используется, кто ваш покупатель? Нашими покупателями являются все компании, которые производят пищевые продукты. Основное направление – это производство продуктов детского, лечебного, спортивного питания. Наша продукция широко используется в кондитерской отрасли, в хлебопекарном производстве, в мясомолочной промышленности, в производстве пищевых ингредиентов. Продукция – это наши сахаристые крахмалопродукты. Они являются оптимальными компонентами в рецептурах всех видов пищевых продуктов. Кроме этого, наша продукция, в частности, кукурузный крахмал, он широко используется в технических отраслях. Это для производства бумаги, это в строительной отрасли и в текстильной индустрии. Мы нашим клиентам гарантируем высокое качество нашей продукции, стабильность поставок и технологическую поддержку по продвижению каждого продукта в их отрасли. Замечательно, добавить нечего. Пожелаем вам удачи на нашей выставке. Надеюсь, вы найдете огромное количество здесь бизнес-партнеров. Спасибо большое. Спасибо большое.